Привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості завжди на Спортіку. Я зазвичай якось відрекомендовую моїх гостей, але зараз він це зробить сам. Макс, перерахуй, будь ласка, види спорту, якими ти займаєшся. Ну, на сьогоднішній день я являюсь тренером і іграючим тренером і ігроком по американському футболу, бейсболу і непосредственно являюсь ігроком національної збірної команди по лакросу. Ми будемо сьогодні говорити про американський футбол, лакрос. Давай, розкажи, ну наскільки це взагалі потрібно українському глядачеві і потрібно особисто тобі? Ну, у мене була давнішня мечта, і вона є по сей день. Це, будемо так говорити, Академія американських видів спорту. В Україні? В Україні, так. Да. Ну, і в частності, в Дніпропетровську. І тому в ігрових видах спорту, ну, топом, понятно, являются североамериканские лиги, это хоккейная, баскетбольная лига. Ну, у нас есть в Украине, и в частности в Днепре, по баскетболу, да, такие маститые команды, которые там держат пальму первенства. Вот, поэтому остается американский футбол, бейсбол, ну, есть профессиональная лига в Америке по лакроссу, и на сегодняшний день лакросс в Америке считается самым быстро растущим видом спорта. Угу. За последний год порядка около 600 тысяч по всему миру было лицензировано профессиональных игроков по лакроссу. И на последнем чемпионате мира, открытом по лакроссу в Израиле, до ковида играло, если я не ошибаюсь, порядка 35 сборных команд. Це дуже травматичний вид спорту? Нет. Нет. Не? Нет. Там есть вся экипировка, и он чем-то напоминает хоккей. То есть, нужен ли он Украине лакросс? Ну, я думаю, вид спорта интересен. Он контактный. Чем-то напоминает хоккей, но в отличие от хоккея не нужно никаких дополнительных арен. То есть лакросс играется на обычном футбольном поле размером 100 на 60. То есть обычное футбольное, любое угу. футбольное поле подходит для лакросса. Шкильный стадион. Да. Ну, как бы в школе, да, есть школы, которые в данный момент, да, строят вот 70 на 30, есть уже угу. школьные стадионы. То есть на нем можно спокойно играть игру по лакроссу. В составе 10 человек с неограниченным количеством замен. То есть, если у тебя есть в составе 15 человек, ты уже можешь даже играть, ну, плюс-минус на европейском уровне. То есть, команды-чемпионы среди профессионалов, у них в составе там 19-20 человек. То есть, это небольшое количество людей для команды. Достаточно недорогая экипировка, если, опять же, мы сравним с американским футболом или тем же хоккеем. И очень простой вид спорта. Ворота, 10 игроков на поле, ты передаешь мяч из сачка в сачок и забиваешь гол в ворота. То есть, ну, все как в футболе обычном. Ага. То есть, бегаешь по полю, передаешь пасы, забиваешь один гол, ну, это одно очко, все, 1-0. Вот. То есть, очень угу. простой для понимания. Нет офсайдов, нет никаких либо таких сложных правил. Правила безумно простые. Единственное, что, конечно, он достаточно технически сложный. Потому что передавать спрессованную резину мячик так, из сачка в сачок по воздуху, нужно иметь сумасшедшую координацию. Ну, и когда меня спрашивают, Макс, одним словом, что такое лакросс? Я говорю, это лошадиная игра. То есть, там нужно иметь дыхание и выносливость. Это постоянное движение. То есть, там, конечно, двигаться нужно, ну, просто на запредельных скоростях. 2 часа вот так вот отбегать, ну, нужно иметь сумасшедшее здоровье. Поэтому вид спорта очень интересный. Ну, правда говорю, в Европе это очень популярная вещь. Я зрозумів тебе, але сьогодні ми будемо говорити про американський футбол. Я так розумію, що він в тебе на першому місці. Так. Да. Тоді розкажи мені, людині, яка ніколи не грала в цей вид спорту, можливо, десь ну, 3 матчі в своєму житті Супербол подивилася за компанію. Просто поясни, от інструкція від тебе, як дивитись американський футбол людині, яка ніколи його не бачила. І ось я приходжу, наприклад, і вмикаю канал. Я розкажу своє перше впечатлення. Давай. Об американському футболі. Перший раз я бачив гру по американському футболу в 7 класі. Притом был ярым фанатом футбола, я сам закончил Академию Днепра, ну на тот момент это была школа Днепр-75, я тренировался у прекрасного тренера Царства Небесного Мусиенко Виталия Спиридоновича на Вихре, вот, и я был ну, вообще фанатом Лиги Чемпионов, то есть для меня каждую среду это был Реал Мадрид, гимн спевал, да, там, я помню эти финалы Ювентус-Аякс, то есть для меня футбол был это ну, вот все, топ, и первый раз в 7 классе я увидел американский футбол. И это был сумасшедший драйв. Во-первых, это форма. Каркас, ага. шлем,
мощные ребята, плюс форма, конечно, придает мощи. Плюс та жесткость, которая, контактная жесткость, которая есть в этом виде спорта. Поэтому что я могу сказать? Первое мое впечатление было это вау. Поэтому особенно то, как еще американцы умеют преподносить шоу, да, то есть там даже просто баскетбол, хоккей, то есть ты заходишь на арену и ты вау. То есть, ну и, соответственно, американский футбол нужно встретить с драйвом. То есть это хорошая компания, хорошее настроение, это драйв. Даже если ты ничего не понимаешь в американском футболе, но когда ты видишь эти сокрушительные, сногсшибательные удары, классные приемы, ловкость игроков работы с мячом. Не, я розумію, що ось м'яч, і його треба занести ось в ту зону. Це, ну, зрозуміло. Да, то есть прародителем американского футбола является регби. Поэтому основа так же, как и в регби. Нужно мяч со своей половины поля принести в зачетную зону соперника. То есть защита соперника не дает тебе это сделать. Нападение, как в шахматах, всеми доступными способами может это сделать. Необходимо сделать. То есть занести мяч в зачетку соперника. У тебя есть определенное количество попыток, за которые ты можешь это сделать. Если тебе не дается, то мяч переходит... Да, то есть все достаточно. На самом деле, одного часа или даже там получаса игры с хорошим комментатором, да, там, который тебе объяснит правила, хватает для того, чтобы вникнуть в суть игры и просто кайфовать от просмотра. У меня просто есть знакомый, який також ось сидів на твоєму місці, Макс Кошелев, тобі привіт, який одного разу, ось просто я від нього почув, як він сказав: ти знаєш, мабуть, що це один з тих видів спорту, який я шукав, і тепер я не пропускаю взагалі матч. Я не можу вже дивитись просто футбол, класичний варіант, там, сокер, так, називаємо його, коли там 0-0 або ще щось. Наскільки це розумний вид спорту, що я, окрім самого насолодження, від те, як це відбувається, наскільки це розумна гра? Да, я завжди говорив, що американський футбол – це шахмати. Тобто, два тренера – це гросмейстери, а игроки на поле – это, ну, как говорится, да, фигуры. И самое главное, что в американском футболе, как и в шахматах, есть своя ладья, свой король, свой ферзь. И каждая фигура ходит по-разному. То есть в американском футболе 22 игрока на поле, 11 защиты и 11 нападения. И это абсолютно разные составы. То есть когда выходит нападение, защита сидит на скамейке запасных. Так, так. Когда садится нападение, выходит защита. 22 человека на поле, 14 разных позиций. То есть не нападение, полузащита, защита, вратарь, а 14 позиций. У каждой позиции своя задача на поле, своя антропометрия, свой рост, свой вес, свое даже состояние души, характера. То есть есть два парня, которые, допустим, прекрасно ловят мяч. Они там оба по 90 килограмм, оба там 1,80 м ростом, и оба прекрасно работают с мячом. Но один парень безумно верткий, и он нападающий. А второй парень, ну, просто безумно любит ломать людей, то есть ему нужно кого-то вот втащить по-хорошему на поле. И он защитник. То есть и каждый из них имеет свой амплуа на поле. То есть и американский футбол чем прекрасен? Мы всегда говорим: толстый к нам, худой к нам, ага, медленный к нам, быстрый к нам. То есть в любом случае, любому человеку, который хочет играть в американский футбол, на поле найдется место и назначение. Своя минута драйва, минута славы и сумасшедшего кайфа. Адреналин, я скажу, на поле зашкаливает вот просто выше крыши. Тренер, как ты стал тренером? Это все очень просто. Получается, какая ситуация, что в тот момент, когда я уже понял, что хочу играть в американский футбол, в Днепре американского футбола не было. И прошло очень много времени, я пытался обучаться в Дите. Але десь ты грав? Нет. Просто я занимался, да, вот я полупрофессионально занимался легкой атлетикой, бегал непосредственно в самом Дите, когда учился в университете, играл в двух сборных по футболу, был вратарем, потому что заканчивал же Днепро 75, и очень любил баскетбол, и играл третьим номером в сборной по баскетболу. Вот. Ну, вся вот эта вот движуха внутри меня, вот американский футбол, и даже вот были письма на проректора, ага, заведующему кафедры о создании команды по американскому футболу на базе Диита. Вот. Ну, так как это достаточно дорогостоящий вид спорта, университет мне, понятное дело, отказал, и уже по окончанию пятого курса я так вот посидел и подумал, что если, например, американский футбол как-то не идет ко мне, то мне нужно прийти к нему. И порывшись в интернете, я нашел ребят на форуме, у которых там были уже мячики по американскому футболу. Это были 5 человек. Я их всех, как сейчас, помню. Идейные. Да, да. Вот идейные ребята. Мы собрались на ДГУ, на стадионе ДГУ, и начали просто бросать мяч.
И на каком-то этапе бросания мяча я просто понял, что просто бросать мяч – это неинтересно. Нужно создавать на базе этих ребят команду. И смагаться. Да, и соревноваться. Вот. Мы собрались с ребятами, за чашкой чая приняли решение, что да, давай. Вот. И так были созданы Днепровские ракеты. И потом стал вопрос же, что их нужно тренировать. Навыки футбола, баскетбола. И так как я учился в спецклассе спортивном, то есть навыки спортивные, там провести разминку, дать классные упражнения беговые, есть понимание. Но понимания американского футбола в целом его не было. Но благо, на тот момент рядом был Донецк. В Донецке были 15-кратные чемпионы Украины, донецкие «Скифы», они есть и по сей день. То есть это прекраснейшая команда, которая играла в Европе, на базе которой непосредственно была сборная Украины, которая в 2002 году была бронзовым призером чемпионата Европы. Вот. И рядом харьковские «Атланты». В свое время это родоначальники и основатели американского футбола в 89 году в Украине. Вот. Рядышком есть команды, к которым можно ездить, тренироваться, общаться с тренерами, принимать опыт. Так, да, и вот практически там один раз в месяц, собирая рюкзачок, с идейными ребятами из Днепра, мы ездили и получали опыт. А потом уже потихоньку мастер-классы, семинары, судейские, тренерские, которые проводилось. А потом уже в Днепре рекрутинг такие себе, да, так? Да, ага. Да. То есть вот и начал уже развиваться как тренер в этом направлении. Жіночий американський футбол. Я коли дивлюсь на це, зараз ви бачите фотографії, ну, мені це не про спорт. Це про шоу, можливо, трошечки про спорт. Але більше для мене це стриптиз. Як ти сприймаєш жіночий американський футбол? Навіщо це? Давайте так, діліть шоу і професіональний спорт. В професіональний спорт для жінок, дітей в американському футболі він є. І попомните мои слова, что в ближайшее время, возможно, на Олимпиаде будет разновидность американского футбола, так называемый флаг-футбол. Бесконтактная версия американского футбола, где нет контакта, где по бокам у вас висят флажочки, и для того, чтобы сбить человека, нужно просто сдернуть флаг. Да, и там, где ты его как бы сорвал, этот флаг, там как бы человек и останавливается, туда переносится мяч. То есть такое продвижение по полю. В него играют все. Есть чемпионат мира, есть чемпионат Европы по флаг-футболу. То есть как бы в него играют и дети, и взрослые мужчины, и женщины. И это, будем говорить, такой полупрофессиональный вид спорта. Даже в Америке есть чемпионаты штатов, каждого штата, там, где есть призовые фонды, туда приезжают даже полупрофессиональные игроки играют. То есть это достаточно классная вещь. То, что вы говорите, Lingerie League, да, тот, так, который типа стриптиз, это больше шоу. Но опять же, как рассматривать это шоу? Мне когда-то было интересно, и я решил зайти посмотреть на ростер этих команд, что ж там за девчонки, ну и на их антропометрию. И зайдя на профессиональный сайт LFL, непосредственно на их команды, посмотрев ростер, в интернете просто поискала, что ж это за девочки, модели или профессиональные спортсмены. Так вот, чемпионы, честно, в Филадельфии, если не ошибаюсь, там последнего чемпионата, вот этого стриптиз, как вы видите, чемпионата, и MVP, лучший игрок этой команды, да, там, который стал чемпионом этой лиги, девочка, мастер спорта по пауэрлифтингу, плюс там у нее она была в национальной сборной США по каким-то там тяжелой атлетике. Ну, то есть там послужной список у девчонок, чемпионка штата по легкой атлетике, какая-то мега-баскетболистка бывшая, которые в своих видах спорта, когда учились в университете, получили микротравмы или травмы, но на каком-то определенном этапе захотели... на каком-то этапе жизни решили просто остаться в профессиональном спорте, потому что там платят деньги. Вот, и они играют, так сказать, вот в такой вот, да, женский американский футбол. Но они все профессиональные атлетки, вот реально все. Там моделей нет, это все профессиональные атлеты, при том с очень крутыми послужным списком профессиональным. Американський футбол в Україні мало розвинутий. А який спорт, на твою думку, розвинутий в Україні? На мой взгляд, развивается тот вид спорта, в котором есть деньги, финансирование. То есть, если мы говорим про Украину в целом... Ну, в украинском футболе есть гроши. И шо? Такой провокационный немного вопрос. Вопрос, как их тратить просто. Вопрос развития детей, молодежи. Вопрос развития молодежных лиг. И непосредственно вопрос развития спорта в целом. На мой взгляд, показателем и очень крутым примером для развития спортивной лиги
в этом году это стала Украинская хоккейная лига, УХЛ. Mm-hmm. Вот это был кайф, это был топ. Это то, как ребята правильно, с точки зрения менеджмента, подошли к развитию спорта в целом. И вот мне кажется, на это нужно равняться. И нынешним футболистам, нынешней футбольной лиги, в том числе, очень правильными шагами, ну, года два назад и шла наша баскетбольная лига. И я действительно вот фанат баскетбола. И практически все матчи нашего БК Днепр до карантина, в частности, посещал, когда была возможность ходить на стадионы. И хочу сказать, что мне тоже безумно нравилось, как развивается наша баскетбольная лига. Ну, возможно, из-за карантина, возможно, из-за смены какого-то руководства федерации. Мне кажется, что баскетбол немножко сейчас получил спад. Но в целом очень круто развивался он последние годы. Вот. Как развивается стремительно дзюдо, в частности, в Днепропетровске. То есть тоже правильный подход, работа с детьми, работа с молодежью, построение новых спортивных арен, подготовка высококлассных специалистов, тренеров в этой области, в своем виде спорта. Но это все дает свои плюсы, дает классное развитие. То есть, наверное, вот футбол, баскетбол, в последнее время хоккей, ну, из игровых видов спорта, то, что в Украине в топе, за то, с чем зачем можно идти на стадион и получать удовольствие. Ну, конечно, еще не хватает немножко коммерческой составляющей, шоу, потому что до еще вот всех событий на Донбассе я был на настоящем матче по хоккею в Питере, в Санкт-Петербурге. Ну, блин, настоящий хоккей вживую – это кайф. Когда ты сидишь на настоящей арене ледовой, 30 тысяч наполнения людей, и все приходят именно за хоккеем, и то, а тогда был в НХЛ, был локдаун, и все играли в КХЛ, и когда ты видишь там Ковальчука Илью, когда ты видишь Сопола, когда ты видишь Максима Афиногенова, смотришь на их игру в хоккей, на эти скоростя, ну, я не знаю, я стал фанатом хоккея, это, ну, нереальное было что-то, ну, вот, когда ты внутри. А есть вид спорта, який тобі не подобається? Кёрлинг. Хотя я думаю, что если в него пару раз сыграть... Ну, не могу смотреть снукер. Для меня это скучно. Хотя я реально понимаю, что это... Ну, наверное, тоже... Там нужно иметь терпение, железные нервы и сумасшедшую технику, выдержку. Но для меня это безумно скучно. В последнее время подсел и уже все 4 этапа просмотрел Формулы. Вот это классная тоже вещь. Очень хочу, если получится этим летом, съездить на Гран-при в Венгрии. Ну, там посмотреть, недалеко. Да, посмотреть вживую на формулу, потому что это тоже классно. Так, розумію. Слухай, зірка американського футболу, так, Патрік Махомс підписав контракт, ну, це така інформація, мабуть, що просто для людей, які цікавляться спортом, так, на 500 там лямів, 10 років, здається, так, контракт. Чи заробляють гравці хоч що-небудь, хоч 500 гривень в американський футбол в Україні? Чи це взагалі просто повністю аматорська гра? Да, на сьогоднішній день в Україні американський футбол – це аматорський вид спорту, де ігрок платить взноси за тренувальний процес в клубі, за свої гроші приобретает амуницию. Ну, в частности, в Днепровских ракетах порядка 20 комплектов амуниции есть. И новичок, который приходит в команду, он не приобретает ничего. То есть мы ему выдаем. Да. И со временем, если он хочет для себя свое личное что-то приобрести более новое, комфортное для себя, то есть он, конечно, это сделать может. У нас на данный момент в Украине очень много уже есть ребят, которые непосредственно продают форму, привозят в наличие с Америки, продают по очень хорошим ценам. Вот, то есть приобрести амуницию в Украине для американского футбола не составляет никакой проблемы. Но на сегодняшний день игроки на поле не получают. А есть команда, например, в Украине, в якій платят? Есть флагманы, так сказать, украинского американского футбола. Это команды из Киева. Киев Capitals, столичные ребята из Киева. Киев Capitals и Киев Patriots, патриоты. Там есть легионеры. На сегодняшний день, кстати, много легионеров. И есть легионеры в одесской команде, и во Львове, и в Виннице. Это американцы, то есть, которые играли в Европе, но из-за коронавируса играют в тех чемпионатах, которые сейчас есть. Ведь Украина проводит, сейчас будет проводить чемпионат Украины в первой, в лиге 7-7 и в лиге 11-11. Есть две лиги американского футбола в Украине. И оба они будут играть. А ведь есть страны, например, как Франция, они в этом году тоже не проводят свои чемпионаты. И те игроки-американцы, которые были в Европе, они рассредотачиваются по тем коллективам, которые непосредственно
ну, которые играют. И поэтому много иностранцев в этом году будет в Украине. Поэтому уровень, я думаю, украинского американского футбола в этом году, в частности, в Лиге 11 на 11, возрастет за счет американских легионеров. Но у них все равно нет тех контрактов, которых есть в Европе. То есть это зачастую проживание, питание, ну, полное обеспечение в стране, ну, и какие-то там очень символические деньги за игру или за чемпионат. То есть в Европе чуть лучше условия. То есть попасть в Европу, играть в европейской команде возможно. И у нас есть ряд игроков из Украины, которые на очень крутом уровне играли в Европе. То там деньги, ну, платят. Ну, допустим, там $200 за игру. Ну, питание, проживание плюс $200 за игру. Ну, там, ну, как бы, опять же, деньги чисто, может, символические, но... Назви 2-3 аспекти, чому ось на такому аматорському рівні існує ваша команда? Що, на чому вона тримається? Що це за кити? На чому держиться американський футбол в Україні, в частності Дніпропетровський? Ваша команда. В Україні мені не цікаво. Цікаво саме ваша команда. Ну, ізначально девіз дніпровських ракет був «Ракети – це не команда, ракети – це сім'я». Тобто, і возможно, сейчас вектор немного сместился этого девиза, но в целом, я думаю, пункт номер один, ребята, которые приходят на тренировки по американскому футболу, это драйв. Они ищут адреналин, ищут драйв. Это хорошая компания, да, то есть времяпрепровождение. И я думаю, в любом случае, для многих ребят это все-таки оценка самого себя. Знаете, вот как регби, хоккей, американский футбол. Ну, это как в песне. В хоккей играют только настоящие мужчины, и только трус не играет в хоккей. То есть, вот мне кажется, за этим тоже ребята приходят. Питання буде на фантазію, мабуть, що. Розвивати американський футбол у Дніпрі, в Україні, чи переїхати на ПМЖ в США і забути про це? Отвечать как патриот или отвечать именно... Все, что хочешь, скажи, как хочешь. Как патриот. Как патриот, тогда переезжать в США и попробовать свои силы там. Как детский тренер. Взагалі, звідкиля ось така любовь до заокеанського? Мне нравится, как они продают продукт. То есть я просто этот продукт купил своим сердцем. Ага. Мозгами. Я просто купив цей продукт, от і все. Тому що мені подобається, як вони це подають. Найбільш яскраве враження від американського футболу, що б це не було, перегляд матчу, гра, будь-що, найбільш яскраве враження в житті. Можливо, тачдаун. Да, перший тачдаун. Серйозно? Да, перший тачдаун, це фантастика була. Тобто такий вау, супер. Потому что я начинал свою карьеру, ну, карьеру это громко сказано, начинал свой путь в американском футболе, как игрок защиты, играл за ужгородских лесорубов. И игроки... Еще раз назву? Ужгородские лесорубы. Класс! Вот, да. То есть был... Топ! Да, у нас как бы команды в Днепре еще не было, мы тренировались, и мы встретились с ребятами из Ужгорода на открытом чемпионате города Винницы, и они мне предложили в 2009 году сыграть первый мой в жизни чемпионат высшей лиги, который мы в частности и выиграли впоследствии. Я даже тогда получил звание свое первое, медаль первую в американском футболе, именно в составе ужгородских лесорубов. Вот. И играл в защите, поэтому защитник практически никогда не заносит тачдаун. А так волей случая получилось, что в днепровских ракетах я стал квотербеком. Но так как с броском и по сей день у меня не самые лучшие как бы, показатели, поэтому я очень много делаю выносных беговых розыгрышей. Да? То есть как... И получается, как и задний бегущий, ну, позиция в американском футболе, заношу тачдаун. Не просто забрасываю их кому-то, да, там, а заношу их сам. Наверное, вот первый тачдаун, первый классный контактный удар, который тебе нанесли, который ты нанес. Смачно. Да, первая победа. Наверное, самое крутейшее воспоминание в американском футболе – это 2009 год, Кубок Одессы открытый. И это первый кубок, который завоевала наша команда. Вот, мы тогда выиграли, это было три коллектива – Одесские Пираты, Винницкие Волки и Днепровские Ракеты. Мы оба матча выиграли, стали чемпионами.
наши игроки получили MVP, MVP защиты, MVP нападения. И вот, наверное, вот эти ощущения, вот эти глаза горящие, ребят, первый кубок, тренировки прошли не зря, мы победили. Вот. Первые игры мы проводили, хочу похвастаться, первые игры по американскому футболу мы проводили на Метеоре. То есть я помню, первая промо-игра выставочная против харьковских Атлантов. Мы на стадионе собрали порядка 1500 человек. ВКонтакте даже фотки есть. У нас была группа поддержки. Метеор был весь по американским правилам, то есть полностью. Мы его расчертили. Расчертили полностью. Как вот ребята из трафарета сделали цифры. Потом парни из трафарета R с огнем сделали в тачдауне. То есть, ну там вообще поле так раскрасили. Где-то фотка ВКонтакте есть, надо найти. Вот. Кто еще пользуется контактом. Вот, и, соответственно... Зайди, будь ласка, всю фотку. Да, и вот непосредственно было около 1500 людей, там тоже фотографии есть, фотограф фотографирует трибуны, были открыты центральные трибуны, на них там помещается порядка там 2000 человек, и они практически все были забиты. Вот эти воспоминания, они, наверное, самые дорогие в американском футболе. Команда, за яку ты вболеваешь в НФЛ? Канзас Сити Чифс, ну не потому что там Махомс. Потом. Я болею за те команды, тренера которых мне нравятся. То есть я болею не сколько за команды, сколько за тренерскую работу. Тоді назви двох-трьох тренерів сучасності. У мене було питання про гравців, но, мабуть, що про тренерів буде актуальніше. Мой топ – Піт Керрол, Сіетл Сіохокс, Едді Рід, Канзас Сіті Чіфс. І третє місце дам двом тренерам. Майк Томлін із Піттсбург Стілерс і Білл Білічек із Нью-Інгланд Петріотс. Ну, в моєму топі на першому місці, мабуть, буде Ед Рід із Чіфс. Як би ти описав стан американського футболу в Україні? Це не мертве тіло, воно трошки заморожене, мабуть, що, або воно розквітне колись. Як ти опишеш? Дайте немножко поддержки государственной, меценатской и спонсорской. И вы увидите, насколько это крутой вид спорта, насколько молодежь им заинтересуется, сколько зрителей будет на трибунах. Вот не хватает совсем чуть-чуть. Бюрократия, экономическая составляющая политической страны в целом на троечку, а то и на двоечку, она не позволяет многим видам спорта выйти на определенный уровень. Я думаю, что если бы экономическая составляющая политической страны была чуть выше, и в баскетболе, и в хоккее мы видели бы совершенно другие результаты. Потому что очень много видов спорта держится просто на меценатской, даже не на спонсорской, а меценатской поддержке. Поэтому появился бы в американском футболе такой меценат, который говорит, классно, супер, готов вложиться. Я думаю, что вот если хоккей будет развиваться такими темпами, как развивался в этом году, я думаю, что через лет 5 они будут очень прибыльной организацией. То есть американский футбол, и баскетбол. Ті ж міжнародні букмекери можуть зайти, як у баскетбольній суперлізі, футбольній прем'єр-лізі. То есть американский футбол может быть не просто там уже для меценатов интересен, а интересен и для спонсоров в том числе. Просто немножко вливания на первоначальном этапе нужны финансовые. И все получится. Потому что крутых организаторов, тренеров и игроков в Украине хватает. Если взять уровень по всей Европе подготовки игроков и тренеров в Украине, то поверьте, мы можем в Европе войти в топ-10 точно. То есть в Украине очень много талантливых ребят. Ну уж очень много. В Днепре так уж? Да. То есть, как в Днепре, могу сказать, ну, есть 3-4 игрока очень талантливых. И я, кстати, хочу похвастаться, если опять, если это возможно, игрок, который впервые в истории американского футбола Украины пробовался на профессиональный драфт канадской футбольной лиги. Александр Пасунько – это бывший игрок Днепровских ракет, на нынешний день игрок киевских Capitals. Он переехал жить в Киев. Это воспитанник Днепропетровского футбола американского. Поэтому, Саша, привет. И наостанок, проговори, прокричи девиз своей команды. Кто мы? Команда. Кто мы? Ракеты. За нами победа. Мені здається, що тут нема чого додати. Це був Нікіта Дрюченко. На спортику любіть будь-який спорт. Ну, а цього разу американський футбол. Ще побачимось.